Библейская школа храма Богоявления города Ярославля приглашает взрослых слушателей на новый образовательный курс, посвященный Евангелию от Иоанна. Этот текст по праву считается самым богословски сложным и насыщенным из всех евангельских повествований. Почему Христос не говорит в этом Евангелии притчами, не изгоняет бесов и совершает так мало чудес? Об этих и многих других загадках текста, написанного любимым учеником Христа, говорится в рамках занятий. Лекции проходят каждое воскресенье в 12:00 в воскресной школе храма Богоявления. Лектор – священник Александр Сатомский, настоятель храма Богоявления. Для желающих посетить курс онлайн будет организована трансляция в Инстаграм на аккаунте «Сатомский приезд».